Виталий Дубков, Тульская область. Вадим Тарасов, Костромская область. И Владислав Редько, Московская область, со своим тренером. Награждение проводит заместитель главного судьи, судья международной категории Ахмед Рагимов. За третье место награждается Виталий Дубков, Тульская область. За занятое третье место награждается Вадим Тарасов, Костромская область. За занятое первое место награждается Владислав Редько, Московская область. И тренер победителя. Бирюков. Пайкина. Разберусь. На награждение приглашаются спортсмены весовой категории свыше 80.